Национальный день донора отметили в Новосибирске. Добровольцев, которые сдали кровь, больше 40 раз наградили почетными нагрудными знаками. Вы большие молодцы, вы продолжаете то великое дело, которым вы когда-то начали заниматься, сдавать кровь, спасаете жизни. Как минимум три компонента крови делается из цельной крови, которую вы сдаете, соответственно, три человека после сданной вами дозы крови получают продление жизни как минимум на несколько дней, а кому-то это вообще спасет жизнь. Четверым жителям Новосибирска вручили федеральную награду «Почетный донор России». 11 человек получили региональный знак отличия. В прошлом году более 24 тысяч добровольцев подарили свою кровь. Из нее произвели более 25 видов живого лекарства. Компоненты крови нужны онкобольным, пациентам перед операциями, роженицам и новорожденным, людям, пострадавшим в авариях. Неси в этот мир добро, и тебе воздастся, возможно. Просто нужно один раз прийти, сдать кровь, понять, что это на самом деле не опасно, не больно. Обычно медицинская процедура, вы выходите, а тут такой посвежевший, сдали личную кровь. Я буду дальше продолжать. То есть у меня никаких ни медицинских противопоказаний нет, ни моральных. Если есть возможность помочь людям, почему бы не помочь?